Всем добрый вечер. Прошло 2 дня с момента посева моей зелени. Это руккола взошла сегодня с утра. Смотрите, они, наверное, по сантиметру уже длиной. Я даже не ожидала, что будут такие всходы быстрые и стремительные. Сейчас будем их поливать. Тепличку я открыла, вот у меня все подписано. Тепличку я им открыла, пусть они теперь на солнышке стоят. И вторые мои, это шпинат и свекла. Свекла видно всходы, вот они такие фиолетовые. А шпинат, вот только пока вижу один росточек. Вот он такой маленький всход, вернее. Вот свекла, ее побольше. Вот это все получается на второй день у меня всходы. Тепличку убираю. У свеклы, наверное, и шпината еще оставлю сегодня на ночь. Сейчас я их побрызгаю, полью. И пусть они стоят у меня.